Барби совсем не расстроились от появления маленькой девочки в ихнем доме. Надо подумать. Интересно, а что они сделают, если девочек будет миллион? Я просто забросаю их дом, Лол, с сюрпризами. Ну что ж, вот вам, девочки, и следующая. Ой, ой, где я, где? Вытащите меня отсюда. Мне грустно. Ну почему же тебе грустно, леди оркестр? Мне не с кем играть. Все здесь такие взрослые. А я хочу подружку, маленькую девочку, такую же, как я. Ну не переживай ты так, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ой, девочки, кажется, кто-то позвонил в дверь. Пойду открою. Ой, девочки, смотрите, здесь новый сюрприз Лол. Кто-то снова подбросил нам его под дверь. Где, мамочка, где? Уже бежим смотреть. Да, где, где? Хочу увидеть новую подружку. Ура, моя мечта сбылась. Вот же, вот, девочки, вот новый сюрприз Лол. Посмотрите. Нужно срочно звать Лизу, чтобы она снова помогла нам открыть сюрприз. Лиза! Лиза, ты где? Иди к нам! Уже иду, девочки, что случилось? Как что случилось? Смотри, нам снова под дверь подбросили сюрприз Лол. Ты поможешь нам его открыть? Да. Ну что ж, тогда давай быстрее начинаем! Девочки, после вас нам попалась леди оркестр. Интересно, какая тебе попадется? И мне очень интересно, какая же будет у меня подружка! Ну что там, что там? Ага. Подсказка. Подсказка? Ну-ка, да. Показывай. Ой, здесь подружки и написано Best Friends, что обозначает лучшие друзья. Вот так. Так, девочки, это наклеечки, с помощью которых мы обозначим, что же делает наша куколка. Что там дальше? Ой, как интересно! Хочу скорее увидеть, что там. Интересно, какая же там бутылочка? Лучше, чем у меня? Или у меня все-таки красивее? Давай разрезаем мешочек. Давай, доставай. Ой, смотри, Лиза, она такого же цвета, как у леди оркестр. Да. Да-да-да, ура! Это значит, что мы точно родственные души. Давайте дальше. Ну, просто удивительно. Девочки, представляете, если ботиночки будут похожи? Вот это будет прикол! Ух ты! Они оранжевого цвета! Здорово! Ура, ура, ура! Здесь наверняка спрятано платье. Так интересно, каким же оно будет. Там написано «Let me out of here!» «Вытащите меня отсюда! Выпустите меня!» Ну что, давай показывай платьице. Да-да-да, скорее!
Ух ты! Вау! Здесь тоже преобладают красные цвета, как и у тебя, леди оркестр. Какое красивое! И написано на нем Baby 01. Вау! Та-да-да-дам! Та-дам! Что там, что там, что там? Давайте откроем это. Это что, аксессуар? Да. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, доставай. Ой, что же это? Кепка. Это красная кепочка с надписью. Покажи. С надписью Baby, как на купальничке. Я уже догадываюсь, какая там куколка будет. А ты? Да. Вот эта штучка коллекционера, да? Вот опять у нас журнальчик коллекционера, где все куколки нарисованы. Так, ну-ка, где наша куколка? Ну кто там, кто там? Вау, какая красавица темнокожая! Ура, ура, какая красивая малышка! Привет, приятно познакомиться. Давай, одевайся скорее, темнокожая красавица. Вот я иду. Вот какой у меня красивый купальник. Действительно, здорово! А где же мой чулочек? Он здесь. Мы сейчас тебе его оденем. Девочки, смотрите! Это у нас Леди Диджей. Она играет крутую музыку, и все под нее танцуют. Да-да, и еще я умею петь и танцевать. Здорово! А ты меня научишь? Конечно, научу. Вот интересно, а что же наша девочка умеет делать? Сейчас увидим. Ой, как приятно, теперь мне уже не жалко. Ну что, доставай. Смотрите, девочки, наша куколка цвет не меняет. Давайте дадим ей пить и посмотрим, что же она умеет делать. Ой, пить хочу! Ну-ка, ну-ка. Ой! Ой-ой-ой-ой! Оказывается, наша малышка плачет. Не плачь, милая, не плачь, хорошая. Мы тебе конфетку дадим. Ну что ж, девочки, теперь мы с вами будем дружить. Да, обязательно будем дружить. А вы не забудьте подписаться на наш канал. Девочки будут ждать, и они будут очень рады новым друзьям. Мы с вами встретимся в новых сериях. Ура, ура, ура! Пойдем играть! Ребята, ставьте лайки!